Перенести блокпост за границы населенного пункта. С таким требованием сегодня жители одного из сел Вольнянского района перекрыли трассу Харьков-Симферополь. Напомним, Советом обороны области было принято решение об установке оборонительных сооружений вблизи областного центра и других стратегических населенных пунктов региона. Репортаж Евгении Назаровой. Около двух десятков жителей села Михайловка блокировали трассу в Вольнянском районе. Пропускали преимущественно большегрузный транспорт. При попытке приехать один из автомобилистов даже чуть было не совершил наезд на журналиста. Главное требование протестующих – прекратить начатую утром работу по установке бетонных конструкций блокпоста. Говорят, он расположен слишком близко к домам селян, а рядом три автозаправки. Две заправки, одна газовая, другая чуть выше. Вы представляете, что будет? Три заправки. Рядом вот газовая стоит, прямо возле блокпоста. Выше две бензиновые. Протестующие просят вынести блокпост за пределы населенного пункта. Возмущены, что решение об установке оборонного сооружения на территории села принято без их согласия. Блок, он должен защитить нас, а не поставить нас под удар. Реально, мы под ударом будем. Вы же прекрасно понимаете, что если уже они дойдут до этого моста, то уже что тогда защищать? Уже нечего защищать. Уже все, мы уже в селе. Пусть ставят перед селом. Мы не против, мы будем помогать и будем кормить солдат, но перед селом, но не в селе. На место прибыл сельские председатели и представители правоохранительных органов. Комментировать ситуацию журналистам они отказались. Говорят, решать, где быть блокпосту, не в их компетенции. Такое решение принимает Совет обороны области.